Малышка понарошку. Объявляю вас мужем и женой. Понарошку. Ура! А что дальше, Муся? Будем строить нам семейное гнездышко. Ну, домик. А, домик. Агу-агу, гу-гу-га, бу-га-га. Зо, ты чего? Я ваша малышка-дочка, понарошку. Это как? У многих пар после свадьбы появляется ребеночек. Вы что, не хотите ребеночка? Наверное, хотим. Хотим! Так и знала. Ну вот, а ваша дочка хочет кушать. Агу-агу! О! Кашу хочешь? Не. А пирожки будешь со шпинатом? Фу, со шпинатом. А давай ей торт испечем, то есть слепим. Давай. Так. Опа. Ну вы чего? Я же маленькая. Мне тортики нельзя. Я буду лазать. Ну и лазай. Ты чего, Бо? Я же малышка. Я могу упасть. Ну надо ее снимать. Ой. Агу-агу. Агу. Ну все, надоело. Играть в малышку? Не, лазать надоело. Теперь малышка хочет спать. Уложите ее, баньки. Зо, то есть дочка, закрывай глазки. А мама с папой займутся своими делами. Построят дом, наконец. Малышка не может заснуть. Ее нужно укачать. Ну, Зо, как тебя качать-то? Ты вон какая большая. На качелях! Зо, мы тебя уже 10 минут качаем. Почему ты не засыпаешь? Откуда я знаю? Я же еще совсем малышка. Может быть, мне нужна колыбельная. Ты, малышка, засыпай. Баю-баю-баю-бай. Глазки, дочка, закрывай. Закрывай скорей, давай. Какая-то ваша колыбельная слишком веселая. Ну, засыпай уже. Ладно, ладно, сплю. Ой! Привет! А я проснулась. И угадайте, кто тут у нас? Поздравляю! У вас появился еще один новый малыш понарошку. Еще один? Нет! Стойте! А как же мы? Нельзя оставлять детей одних. Ага, нельзя. То есть, мам, откуда берутся дети? А? Хочу вернуть туда Зо. Ну, нашу с Мусей дочку, понарошку. Она у нас сама завелась. А, вот вы о чем. Так,
дети сами собой не заводятся. Они появляются, когда двое взрослых любят друг друга и сами решают, что к этому готовы. Ура! Мы решаем, что мы не готовы. Правда, Муся? Ага. А еще мы не взрослые. Вот и хорошо. А то мне уже надоело в малышку понарошку играть. Фух. Теперь я буду вашей бабушкой понарошку. Бежим. Ну что, кашу доели? А почему без шапок? Спасайся! Машинка с секретом. Я первый. Эй! О, Зоя, идите к нам. Мне некогда. Я иду в гараж папе помогать. Мы идем в гараж. Ух ты! Ого! Задача простая. Выбросить все ненужное и оставить все нужное. Ничего себе! Ого! Ненужное! Ненужное! А это нужное. Пап, а это нужное? Yeah. А это? Как это ненужное? Очень нужное. Эй, отдай! Я ее первый нашел. Не отдам, пап. Ну чего он опять? Вот, кстати, кому семейную реликвию? Мне! Нет, мне! А это, кстати, вообще что? Историческая вещь. Машина. Мой дедушка сделал. Машина? Настоящая? Ну, может, и не совсем настоящая. Но гоняли мы на ней, ух, как! Ох! Прекрасный день для гонок, да? Да, папочка. Эй, чего это сразу ты? Кто успел, тот и сел. А еще я маленький. А я большая. Вылезай, давай же. Правильно, Зо. Посади брата поудобнее. Пап, а как ехать-то? Там сзади покрутить надо. Попроси сестру помочь. Ну что, накатался? Теперь моя очередь. Врум, врум, врум. Смотри и учись. Стой! Нет проезда! Стой! Куда? Кажется, из вашей машинки что-то выпало. Вот, это с кем? Это я? Это не Бо, это я с вашим дядей. Ого! Это твой брат? Да, двоюродный.
Ох, мы с ним и бодались в детстве каждую минуту. И дедушка сделал нам эту машину. И что? А то, что с ней только вдвоем можно играть. Он заводит, я еду, я завожу, он едет. Так и подружились. Как же мне повезло! А почему? Потому что у меня есть брат, с которым можно играть. Садись, я заведу. Мама, папа, брат, очень дружный я семья. Каждый быть родными рад. Мама, папа, я и брат. Семья, смотрите, весна пришла. Дорогой, ты себя хорошо чувствуешь? Дай-ка посмотреть. Горло надо полечить. Полечить горло? Бедный папочка. А у нас ромашка закончилась. Так, я быстренько к соседям. Сможете позаботиться о папе? Конечно! Папочка, тебе мыло дать? Да я вроде сам. Папочка, а полотенце? Да тут вроде есть. Ну и как о нем заботиться? Непонятно. Ему нужен покой и комфорт. И компот. Наливай. Ну как, лучше? Да. Ой. О! Это варенье волшебное, малиновое. От него сразу выздоравливаешь. Ну, а теперь... Почти здоров. А чем еще пап лечит? Неизвестно, но очень интересно. Заболел. Я знаю. Смотрите, что принес. Он проходит игрушечные. Ух
ты! Здорово! Больной, скажите «ой». Ой. Дышите. А? Не дышите. Случай серьезный. Будем лечить. Однозначно. Может, лучше папу быка полечим? Мы его уже вылечили. Не похоже. Здесь помощь скоро будет. За мной! Папочка, держись! И облепиху тоже обязательно. Спасибо, Харитон Харитонович. Вы нас выручили. Скорее! Там! Папа Бык! Мы о нем так заботились! И грелкой лечили, и водой, и вареньем! Он почти выздоровел! А потом как чихнул, и все! Быстро вы. А я вот уже почти здоров. Мы тебя вылечили? Конечно. Вы очень хорошо обо мне заботились. А почему ты тогда сразу не выздоровел? Чтобы выздороветь, одной заботы мало, Зо. Еще нужно время. Дедушка, ты заболел? Что-то я загостился. Будьте здоровы, соседи. Случай серьезный, будем лечить. Однозначно. Держись, Харитон Харитонович. Так здорово, так здорово.